решили сделать небольшой обзор на тему строительной и техники, да? Да. С чего мы на сейчас начнем? Это его любимые игрушки. Тони, показывай, с чего ты хотел деткам показать, какие игрушки у тебя есть. Что это у нас тут? Это у нас грузовик-самосвал. Самосвал, желтый самосвал. Это... Вот, большой скоб. Да, это трактор с большим ковшом. Это будущалка. Тоже из такой серии. Это будущалка, которая возит бетон. Возит бетон. Бетономешалка. Она всегда крутится, ребята, она всегда крутится по той причине, что если она не будет крутиться, бетон внутри может застыть. А если кто-то, который придется разбивать, а если кто-то копает, и делает, охватывает трубы еще, смотри, он не только копает, он еще вот, у него есть такое приспособление, он захватывает трубы и может перемещать их в разные места. Это барбуз, который... Вот такой вот трактор. Вот такой. Ну, это маленький погрузчик, такой маленький погрузчик с такой вилкой. Сейчас, Тонечка, ты хочешь взять машинку? Возьми. Да, это что у нас? Да, симметр. Давай покажем. Дед. Это симметрейлер. Возит бензин. Бензин. Да, вот смотри. Сейчас машина не скользит. Да. И вот Тони хочет показать свой любимый экскаватор. Вот он. Да. Красивый. Копает. Он копает огромные ямы. Он работает в капкованах. Он может делать тяжелые, очень тяжелые работы. Давай покажем. И с мигалкой. И с мигалкой, конечно, чтобы его видели издалека, что он работает. Вот такой экскаватор у нас есть, красивый. Вот тут кабина у нас, открывается кабина, сидит человек и управляет этим большим экскаватором. И тут есть и мотор. И мотор у нас сзади. Конечно, у каждой машины и у каждого экскаватора у всех есть один мотор. Давай еще покажем еще один большой экскаватор у нас тут. Подожди. Да, тоже такой огромный экскаватор. Очень классный. Трактор хочет показать красный вам, Тони. Это тот, который едет без прицепа. Без прицепа. Хорошо. Тоже хорошо очень. Этот бульдозер мы уже видели. И вот еще одна машинка Тони хочет показать. У него прицеп отходит. Давай поставим прицеп. Вот так вот. И что на него можно положить? Даже вот эти два маленьких трактора. И он может спокойно их перевозить. Вот, смотри. Сейчас мы его поставим внутрь. Это кто-то едет по дороге. Вот так. Это у него есть шум. Шум, да. Он шумит, когда вот, вот так он передвигается далеко. Вот еще один симметрейлер. Я хочу ребятам показать вот эти машинки. Они очень красивые. И что они собой представляют. Это все машинки симметрейлер называется. У них отходит контейнер. Ты можешь его вот так вот на ножках поставить. И он будет отдельно стоять. И у него есть ножки. Да. И у этого есть тоже, вот смотрите, ножки. Он так ставится. Сейчас я попробую его вытащить отсюда. Вот. Сейчас одну секунду. Я уберу, чтобы было видно. Вот так вот они. Они сейчас новые. Вот такие два и два прицепа. Так же самое, они вот сюда. А, нет, вот отсюда. Вот так вот. Сейчас я покажу. Заезжает. Вот сюда внутрь. Мы его прикрепляем. Ножки убираются. И получается вот такой вот симметрейлер красивый. И так же самое Тони делает с этой машинкой. Покажи. И ножки убирается, закрывается. Сзади я хотел показать контейнер. Тоже открывается контейнер. Туда складывается всякая продукция. И вот так он перевозит всякие вещи. Вот еще один большой самосвал. Правда, это маленькая машинка, но на самом деле это очень большой самосвал. Самосвал сам большой. Ну, как машинка он выглядит маленькой. Он высыпит весь. Да, он перевозит песок,
щебень, все. Воды. Воду. Можно и воду, конечно, но у него нету тут такой крышечки, чтобы закрывало, чтобы вода не вымывалась. В принципе, мы показали. А, нет, вот еще есть. Вот он, трактор такой. Такой маленький, тоненький трактор. Я такой. Тут садится один человек. Больше сюда никто не может поместиться. У него есть, смотрите, два рычага таких. И он может крутиться на месте вот так вот. Подниматься как хочет. У него опускается, поднимается, все, что хочешь. Он работает в самых тяжелых условиях, потому что большие тракторы, например, там, где надо выкопать что-то, он не может заехать. Но вот этот, он заезжает везде. Ну, в принципе, мы показали все любимые игрушки Тони. То, что он любит играться, да, Тони? А пудозер? А вот этот? Да, вот, забыли, чуть не забыли, извини. Вот бульдозер есть, хороший бульдозер. Вот такой вот бульдозер, тоже с этой серии. Самосвал, бульдозер. И большой экскаватор. Все. Экскаватор. Да, экскаватор мы уже показывали. Не, не показывали. А! И теперь мы, наверное, все твои игрушки показали. И экскаваторы, и тракторы, и серию бульдозеров, и семитрейлер, и маленькие тракторы и машины. Будем заканчивать, Тони, да? Вот такой мы сделали с Тони обзор его любимых тракторов, экскаваторов, семитрейлеров, машин. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Тони, да? Всем пока.